Доброе утро, это хороший гороскоп. Поехали! Овны, сегодня вы будете кайфовать от своей работы, какой бы она ни была. Тельцы, сегодня, скорее всего, ваш кот вас возненавидит, так что постарайтесь не шутить над ним. Близнецы, проведите сегодняшний день с детьми. Только, пожалуйста, не смущайте их. Купи, не Куша. А где водичка? Купи, купи. Ника, сиси видно. Раки, если у вас загадочным образом пропадают сосиски, не переживайте. Сегодня именно тот день, когда вы найдете преступника. Львы, последнее время вас постоянно куда-то заносит. Помните, главное во всем держать равновесие. Девы, вас ждет романтический денек. Но наслаждаясь воздухом на море, помните о приливах. Весы, сегодня прекрасный день для торжества, но будьте осторожны, ваша репутация может быть подмочена. Скорпионы, посмотрите по сторонам, мир прекрасен. Хотя нет, просто посмотрите по сторонам, это для вашей же безопасности. Стрельцы, если вы видите дорогу, устеленную конфетами, помните, это может быть ловушка. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Козероги, хотите вкусно поужинать? Приготовьте сами, но ни в коем случае не идите в ресторан. Это очень опасно. Водолеи, вас ждут как взлеты, так и падения. Причем все это за 2 секунды. Рыбы, вам должно быть стыдно. Ну займитесь вы спортом, потому что скоро вас даже краб уделает. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вегерчук. Пока!